Пан Вишневский письменник аналитик и оглушальной популярности здоровейца. Его основная праца — написание компьютерных программ по химии. Все думают, что я пишу для женщин. Нет, эти романы пишу для себя. Но я мужчина. Я думаю, что просто женщины, они больше читают о эмоциях, о чувствах. И потому они называют мои книги женские книгами. Не верится, а его «Строго пляра» Януша Лявона Тадыбова 44 стала бестселлером. «Одиночество усец» и один из самых пронизливых романов про кохание за пошлый час. И сегодня о рейтинге его самых популярных книг. Даже до приезда Стана Вишневского в нашу столицу, в город Минск, его книги пользовались большим спросом. Люди всегда спрашивали о новых его произведениях. И на сегодняшний день я могу сказать, что в продаже поступили его последние произведения. Я почитала довольно много книг, но начала я их исключительно читать сети, и я просто влюбилась в этого писателя, в манеру его написания. Я не думаю, что современный человек может так писать о чувствах. Познакомиться с аматорами своей творчести и провести аутограф-сессию. Польский письменник приехал в Минск. Правда, первым пунктом у визита пана... Право творчее, кинематографичное, отверковать партнерами новый кинопроект. Я нужно подручили сценарий. Я с ней покуль тайна. Я что проект объедет Украины, Беларусь, Польшу. И державы разом будут красовать над новым фильмом, романтичным, об кохании русской девчины и польского мужчины. Письменник готовы сотрудничать и непосредственно с Беларусью, коли будут пропановы. Позитивно. Позитивно, потому что я делаю в моей жизни много, я делаю в моей жизни много речи, и теперь я очень... Я скучала по тебе. А я ждал тебя. Скучать и ждать – это одно и то же? Для меня нет. Когда ждешь, не просыпаешься в 5 утра, отказываясь от самых лучших снов. Когда ждешь, молоко не теряет свой вкус. А когда скучаешь – да.